Здоровое поколение, будущее нации. В многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена» микрорайона Карагайлы города Семей работает несколько спортивных кружков для детей в возрасте от 7 до 14 лет. А парковая зона стала излюбленным местом семейчан. Жители всего города приезжают сюда, чтобы покататься на велосипедах, скейтбордах и просто отдохнуть в приятном месте на свежем воздухе. Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Арена» открыл свои двери для посетителей в канун Дня независимости в 2019 году. В комплексе можно проводить масштабные мероприятия, так как он состоит из трех блоков. Арены с трибунами на 5500 посадочных мест, универсально-демонстрационного бассейна с трибунами для зрителей и спортивно-развлекательного комплекса общей площадью свыше 9000 квадратных метров. Также в комплексе действуют бесплатные спортивные секции для детей в возрасте от 9 до 14 лет. Мой сын занимается в этой секции уже полтора месяца. Мы узнали от наших друзей, что здесь есть бесплатная спортивная секция. Мой сын занимается с удовольствием. Нашего тренера зовут Артем. Он очень хороший тренер. В свое время выступал за Алтай. Приезжаем сюда тренироваться три раза в неделю. Спортивный комплекс оснащен в соответствии с современными требованиями. С детьми занимаются опытные тренеры. У всех имеется педагогическое образование. В настоящее время в нашем культурно-спортивном комплексе «Арена» около 1000 детей-подростков занимаются несколькими видами спорта. Во всех секциях наша молодежь обучается бесплатно. Секции по баскетболу есть, по плаванию, по настольному теннису. Тренировочный процесс проходит на высоком уровне. У молодых спортсменов, прошедших мастер-классы, квалифицированных тренеров, неплохие результаты. Ребята изо дня в день набираются опыта и готовятся к будущим соревнованиям. Все тренеры у меня хорошие. Как надо останавливать, как надо бить, как правильно бежать и останавливать мяч. Когда я стану взрослым, я хочу быть футболистом. В парковой зоне есть баскетбольная и футбольная площадки. Единственный в городе скейт-парк. Для удобства посещающих предусмотрены лавочки и качели. Установлены камеры видеонаблюдения, хорошее освещение по всему периметру. Есть велосипедная дорожка с асфальтом, а также пешеходная с брусчаткой. Трудно поверить, что несколько лет назад здесь была голая земля. Наш парк является одним из излюбленных мест отдыха как горожан, так и гостей города. Гордостью является музыкальный фонтан. В этом году мы сделали так называемую «звездную ночь». Специально натянули ленты с освещением, чтобы люди могли гулять. Микрорайон Карагайлы превратился в достопримечательность города. С наступлением вечера светомузыкальный фонтан, ландшафтный дизайн и фонари придают особую атмосферу. Мы с семьей часто приходим сюда для вечерней прогулки. Очень рады, в нашем городе есть такое замечательное место. Кроме того, здесь создали все комфортабельные условия. Можно заниматься спортом. Дети катаются на роликах, на велосипедах. А фонтан оставляет приятные впечатления. Уходим отсюда отдохнувшими. Прекрасное место. Один фонтан чего стоит. Очень красиво. Здесь можно в любое время свободно заниматься спортом. Вечером со всей семьей сюда приходим на прогулку. Такое впечатление, будто в другом городе. Этот район придает новый облик нашему городу. Мне очень нравится фонтан. То, что он музыкальный и цветной. Думаю, что у этого района есть будущее. Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Арена» стал жемчужиной нового, быстро развивающегося микрорайона Карагайлы. Несмотря на то, что он находится на окраине города, это стало излюбленным местом семейчан. Здесь они могут не только заниматься спортом, но и просто отдохнуть. Помимо фонтана, здесь также есть специальный водоем, сделали и декоративные арки. Люди, которые посещают данный парк, отмечают, что когда приходят сюда, будто попадают в совершенно другой город. Бахытгуль Казес, Махпал Маратку, Засултанбек Уралбеков, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».